Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня, девчонки, у нас манишка с молнией. Упор будет именно на вот эту вот горловину. Мы с вами обсуждали свитер вот этот от Missoni с такой застежкой, да, и с таким воротником. И там как бы мнения разделились, вязать нам толстовку, либо вязать этот свитер. Очень много за этот свитер с такой горловиной было голосов. Знаете, что я решила? Чтобы ускорить процесс. Потому что свитер там как бы элементарный, да, там, если что, я могу сделать краткое как бы описание самой основы. Вот. Но я свяжу манишку именно с этой застежкой. И упор будет на застежку, вот этот стойко-воротник с застежкой на молнию. Вот. Все мы с вами, все четко я с вами пройдусь, рассчитаем, пришьем красиво. Все будет как нужно. Значит, с чего я начинаю? Я начала вязать, вот смотрите, я распечатала пачку, ну, моточек, как его, пухнурки. Начала вязать, а потом вспомнила, что у меня в прошлом году была манишка. Я ее носила, но теперь носить не буду. Ну, вот я ее распустила, потому что мне стало жалко этой пряжи. 5 мотков, думаю, я какой-то свитер еще свяжу. Поэтому, ну, достала вам показать, что это пухнурки. То есть две нити дополнительно, это обе нити использую, потому что здесь они у меня были в манишке. То есть пухнурки у меня, вот он, распущен. И вторая нить, ну, то есть третья, две нити вот этой вот. И третья нить Ализе Суперлана Тик. Будем надеяться, что все пройдет прекрасно. Значит, схемку начала рисовать. Для начала я вот буду вязать из этой и изнутри ниточку, потому что я предполагаю, что вот этой вот Суперлана Тик мне достаточно будет одного мотка и два мотка, соответственно, что у нас по метражу Суперлана Тик. Цвет у меня 152, а это не тот, и серый пухнурки. Господи, забываю слова. Значит, метраж у меня Суперлана Тик 570 метров 100 грамма, вот ориентировочно. Так, и что хочу, что хочу. Спицы 3,5 миллиметра, то есть найти кончик, так чтобы не запутать это все дело. Так, нашла. Значит, набираю я 71 петлю. Складываю и ту нить. То есть здесь у меня две, да, я думаю, вы поняли. И набираю совершенно обычным способом, классическим. Ну, вы, ой, вот видите, уже узелок. Я уберу этот кусочек, мне узелки не нужны. Вот. Так, как вам удобно. Я обвязывать не буду, дабы не уплотнять это изделие, потому что оно предназначено как бы в куртку, в пальто, да, и я не хочу ничем его обвязывать. Так, 71 петля. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Шестьдесят девять, 70 и 71. Нечетное количество, чтобы резинка у нас хорошо уложилась. Ну, правильно. И первый ряд мы вяжем сейчас резинкой 1 на 1, просто перекрученными петлями. Значит, начинаем с лицевой петли, изнаночную за заднюю стенку, лицевую за переднюю, и вяжем ряд до конца. Так, и конец ряда, лицевая петля и кромочная, изнаночная. И далее пока мы вяжем резинкой 1 на 1. Изнаночную за заднюю стенку, то есть вот. Кромочную за переднюю, которая ближе к нам. Изнаночную, та, которая от нас. Немного неудобно, но... Как хотите, вы можете обычной резинкой вязать. Это у меня почему-то был такой бзик. Мне так захотелось.
Оно получается вроде бы как, вот смотрите, такие елочки симпатичные. Вот я решила, пусть будет елочками. Если хотите просто резинку, можете просто резинка, ничего не случится. И вяжем, 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 вяжем. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12 рядов всего вяжем в высоту. Так, провязала я 12 рядов. Смотрите, теперь что я делаю. Сейчас покажу вам на вот этом вот. Раз, два, три, четыре, пять. 11 петель я отделяю с каждой стороны маркером. И эти 11 петель я вяжу резинкой. Продолжаю вязать. А центральную часть лицевой гладью. Раз, два, три, четыре, пять, десять, один. Значит, здесь у меня 11 петель. И здесь 11. По центру 49 петель. Чулочной гладью. Вот оно хорошо видно. Девчонки, сделала прививку, засыпаю. Вот рот дерет, не могу себя заставить ничего делать. Первую только сделала, фазер. Не знаю, как вы мне расскажите, делали, не делали. Я не верила, не верила, не верила, не верила. Вот. Ну, я и сейчас, наверное, продолжаю не верить. Но просто прижали так, что... Никуда не рыпнешься без прививки, поэтому пришлось сделать. Так, 11 петель я вяжу резинкой, все так же перекручиваю. Центральные петли вяжу чулочной гладью. Лицевой ряд, лицевые петли, изнаночный ряд, изнаночные петли. Шесть рядов, смотрите, я провязала. И теперь, начиная с седьмого ряда, мы будем делать вот здесь вот сокращение. Это сейчас у нас седьмой ряд. Потом, если считать вот этого ряда, то через 5 петель мы сокращаем, провязываем 2 вместе. Через 5 рядов. В принципе, в каждом шестом ряду, если так считать. Вначале это 6. Сейчас я покажу. Боже, сокращать, добавлять по одной петле, какой кошмар, Вика. Добавлять мы здесь будем по одной петле, сказала сокращать. Так, сейчас покажу вам добавление через 5 рядов в шестом. Сейчас в начале это седьмой, потому что мы добавляем в начале ряда, ой, в лицевом ряду, поэтому изначально это седьмой ряд. Туговато это резиночка вяжется, ну раз мне захотелось такого эффекта, то мучаюсь еще с воротник этой резинкой. Ну да ладно. Так, после маркера первая лицевая петля, провязываю ее, далее опускаюсь на ряд ниже в косичку под петлю, вот она первая, и на ряд ниже, и из нее так вот поднимаю. Можно перекрутить, можно не перекручивать, провязываю петлю. Если остается дырка, то перекрутите, если не остается дырки, то не надо перекручивать. Вот, вот она дополнительная. Теперь вяжем до конца ряда. Так, не довязываем одну петлю до маркера, поднимаем ряд ниже, вот теперь не через один, а вот в этом ряду надеваю, потому что сейчас еще раз провязываю эту петлю и добавляю еще одну, то есть вот она добавленная перед лицевой. И теперь вяжу ряд до конца, еще 5 рядов, и в шестом снова буду добавлять. То есть 5 рядов это у нас изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, еще один изнаночный. И в лицевом ряду добавление. И так продолжаю вязать. В каждом шестом добавляю по 2 петли. Итак, провязала я вверх
Это не считая резинки, только чулочная гладь. 48 рядов. Вот. Теперь у меня здесь сейчас 34 петли, кажется. Ой, 64. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 63 петли здесь сейчас у меня. 63 петли. По центру, что я сделаю? Я по центру закрою 19 петель. И получается, что здесь у меня будет по 22 петли. Правильно? Правильно. Имеется в виду от маркера. Здесь мы продолжаем делать наши добавления. Будем вязать сейчас отдельно полочку. Но продолжаем делать добавления. Сейчас отделяем. Разделяем, вернее, полочки. Так, считаем, кстати, у меня тут 1, 2, 3, 4, 5. Считаем, значит, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Почему 23? 22, 22. 21, 22. Теперь 19 закрываем. Раз. Два. Сейчас перепроверяем от маркера. Здесь 22. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот две. 22. И далее вяжем вот эту вот, пока вот эту вот одну полочку. То есть по центру мы закрыли 19. Здесь 22, это имеется всего 33 петли здесь и 33 здесь. И вяжем отдельно вот эту вот сторону. При этом здесь мы делаем убавки. Продолжаем все в том же духе. И здесь мы тоже делаем убавки. О, вернее, здесь прибавки, а здесь убавки в каждом шестом ряду. То есть одновременно здесь убавляем, а здесь добавляем. Вяжем 5 рядов, здесь добавляем, а здесь убавляем. Господи. И у нас, в принципе, это будет вот так вот идти в параллель. Одно и то же количество петель. 33. Так, девчонки. И вот на высоте, смотрите, 88 рядов. Это чулочная гладь. Это не всего. Резинку я не считаю. Вот здесь вот. Просто ряды посчитайте, 88 рядов. Я начинаю делать скос рукава, скос плеча. Значит, для этого я буду вязать незаконченными рядами по 5 петель. То есть не довязывать я буду 5 петель. 1, 2, 3. Нет, 6. Девчонки, не довязывать я буду 6 петель. Не 5, 6. Потому что сильно крутой не хочу.
как бы, чтобы плавненько было. Раз, два, три. Так, еще одна петля, она, последняя петля должна быть лицевой. Вот здесь вот у меня осталось 6, я поворачиваю. Не знаю, напишите мне, как этот способ называется, когда вот перетягивается ниточка. Этот маркер уже снимаю. Мне не нужен. Так, считаем, вот она эта протяжечка, ее считаем за одну петлю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, значит еще 4, 1, 2, 3, 3, 4, поворачиваемся, эту петлю переснимаю и протяжечку делаю. Там я не пересняла, по-моему, я вам плохо показала, сейчас еще раз покажу четко вот эту вот петлю, чтобы вы понимали. Так, что-то у нас тут закончилось. Теперь здесь ищем, где у нас двоечка, вот протяжечка, мы до нее не довязываем 6 петель. Так, еще раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, поворачиваемся. Теперь я эту петлю переснимаю на правую спицу и делаю вот так вот протяжку, затягиваю ее, чтобы у нас не образовывалось дырочек. Переснимаю и затягиваю. Вот, и в следующем ряду я просто соединю эти сейчас петельки в общее вязание и оставлю открытыми на плече. Потом я их крючком сошью с петлями спинки. Все, этот ряд я провязываю там, где у нас вот эта протяжка, из которой образовалось две петли. Вот они, я их провязываю вместе лицевой. Вот, видите? Вот эти вот петли я тоже провязываю лицевыми, потому что там уже у нас мы будем соединять, уже далее вязать мы не будем. Здесь я оставлю подлиннее нить. Вот не знаю, из какой нити я со спинки или с передней детали буду закрывать эти петли. Поэтому на всякий случай оставляю подлиннее. Вот. И перехожу куда? Вот туда. Куда я сейчас не могу добраться. Вот сюда мне нужно привязать нить. Поэтому я сейчас петли пересниму на эту спицу, привяжу нить и свяжу такую же вторую часть. Так, вот довязала я вторую половинку, вот она, и скос сделала все точно так же. Вот такая вот передняя деталь. Теперь, что касается задней детали, по сантиметрам сейчас я утюжком пройдусь, потом обе детальки. Вот, и измерю вам ширину, длину, вот по сантиметрам, все уже обработано. Значит,
задние детали. Все точно так же. Вяжем, вяжем, вяжем. Все точно так же. До вот эти 88 рядов от вот этой вот планочки. Но только не делаем этот вырез. В итоге у меня получается здесь 101 петля и с этими как бы боковушками. И плечо у нас 33, помним, от передней детали. Вот оно. Значит, мы сейчас сделаем вырез горловины на спинку. Для этого нам нужно закрыть, значит, здесь у нас 33, 33, 35 петель. Нужно закрыть по горловине. Значит, для начала нарисуем саму горловину, чтобы было виднее. Семнадцать средних петель я закрою. Значит, тогда мне нужно провязать 17 84 40 42 здесь и 42 здесь, и закрыть 17 средних петель, что я и делаю сейчас. Раз, два, три, четыре, 17. Так, значит, здесь должно остаться 42. Проверяю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Все правильно. 42, вернее, 42. 20 это по 2 я считала. Так, вяжем ряд до конца и еще изнаночные. Возвращаемся и начинаем делать сокращения по плечу. Незаконченные ряды, по горловине будем делать классические сокращения. Так, и начинаем с 4 петель, закрываем 4, 3 и 2. Здесь будем делать скос, незаконченный ряд. Значит, 1, 2, 2, 3, 4 и 6 петель не довязываю до конца ряда.
три, четыре, пять, шесть. Господи. Поворачиваемся. Здесь, кстати, переснимаю петлю. Если была изнаночная, то перетягиваем, смотрите, наперед ниточку. Если была последняя лицевая, то назад. Так, здесь, где у нас была двоечка, вот перетянута. Вот она. Раз, два, четыре, пять, шесть. Поворачиваю. Здесь последняя была лицевая, значит, нит перед петлей. Петлю переснимаю и затягиваю назад. Если последняя была изнаночная, то затягиваем наперед. Теперь две петли, последний раз, раз, два, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот правильно или неправильно? 6, да, 6 и вот 6, 4, 5, 6, еще 2, 1, 2, Кому этот момент покажется сложным, девчонки, его можно не делать. То есть этот скос не обязательно делать. Вот. Здесь мы уже ничего не делаем. Вяжем еще один незаконченный ряд. Последний. И потом все петли соединим. И... Так, раз, вот двоечка, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, последний незаконченный ряд. Все. И теперь одним рядом я опять соединяю все петли плеча лицевыми петлями. Никаких извращений, ничего. Так, там где две, вот эти двоечки, провязываем их вместе. Так, теперь берем крючочек, переднюю деталь и крючочком сошьем вот это. Вот, я беру все четыре нити, у меня здесь нить и от передней детали, и от спинки. И сейчас пару петель провяжу, чтобы увести концы вовнутрь. Так, с каждой спицы я беру по одной петле и провязываю.
Теперь я убираю вот эту нить и убираю вот эту нить. Вот так вот, пока не закончится, я их ввязываю. И продвигаюсь, то есть все плечико, петли закрываю. Следите за этим моментом, девчонки, чтобы хватило. Лучше обрежьте ту нить, которую вы оставили на передней детали, сделайте ее короче, а сшивайте с крючка. Так, все, то же самое, ту же манипуляцию я провожу с второй половинкой, довязывая плечико, делаю сокращение. То же самое. 4, 3, 2 и плечу. 6, 6, 6, 6. То же самое было здесь. Вот. Плечо у меня получается. Кстати, эти все равно незаконченные ряды видны. Может и лучше закрыть просто петли для плеча. Ну, в любом случае, вот оно мое плечо. Я то же самое делаю здесь. Так, девчули, в этом месте у меня случился провал в памяти. Вернее, не в памяти, а в видео. Я начала монтировать. Я не знаю, как у меня это происходит. Что-то со мной не так. Мне вечно по куску куски видео улетучивается. Поэтому все, к счастью, осталось, вот как я вшивала молнию. Видите, все равно чуть подгибается эта молния. Вот. К счастью, это есть. Нет вот этого куска, этих деталей, которые я могу связать отдельно и вам все прекрасно показать. Поэтому мы останавливаемся на этих. Заново я вяжу эти две детали, вот ту часть, которой у меня нет. Нужно мне, девчонки, кого-то, кто мне будет монтировать видео. Я пришла к такому выводу, что мне нужен кто-то. И, наверное, я следующий свой прямой эфир. Да что ж такое, ты посмотри. Я все-таки дам объявление между вами. Может, кто, девчонки, умеет монтировать видео. Мне просто нужен монтажер, который это понимает. И будет... Как бы будет что? Будет. Понимать, что он монтирует, смысл, чтобы не потерять. Итак, девчули, что мы делаем? Мы вяжем две параллельные детали. Набираем 17 петель. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, господи, 17, Вика. Так, и вяжем 4 ряда. Значит, для начала будем добавлять по боку. Вяжем нашей перекрученной. Ну, первый ряд, понятное дело, что как получится. А со второго ряда мы будем это все дело так. Значит, 4 ряда я вяжу.
Так, 4 ряда я провязала. Теперь, начиная с 5 ряда, в каждом как бы лицевом ряду я добавляю вот из протяжки петлю и ввязываю ее в узор. Вот, значит, мы вяжем две части. В одной мы добавляем здесь, во второй мы добавляем здесь. То есть одна в начале ряда добавляем, вторая часть в конце ряда. И мы добавляем всего 10 петель. То есть по итогу у нас должно получиться 27 петель через 3 ряда. Сначала у нас 4 ряда идет, потом добавляем в пятом и далее 3 провязываем, добавляем, 3 провязываем, добавляем. И таким образом вывязываем 2 заготовки. Я сейчас их... Так, девчоночки, у меня закончились ниточки, но сам принцип, я думаю, вам понятен. Вот такие вот две детальки. Значит, налево направо, вот смотрим, ориентируемся, вот после кромочной должна быть лицевая, на лицевой стороне вот так вот они находятся. Вот, то есть мы вяжем все точно так, как я сказала, 46 рядов, и потом соединяем. Каким образом? Значит, у вас сейчас должна быть вот эта вот деталь без воротника, то есть сшиты плечики. Это мы уже сделали, и открытый вырез горловины. И теперь я вот так вот прикладываем, где у нас вот на лицевой стороне, вот к этой детальке вы приложили, и начинаете вязать вот эту вот часть, провязываете, потом отпускаете, вот это как пришивать, это все есть видео, не волнуйтесь, тут только этого момента нет. Довязали сюда, с этой точки набираете по горловине спинки 54 петли, вот до вот этой точки плеча. Здесь присоединяете вот это вот вязание. Вот видите, тут нужно, чтобы закончилось здесь вязание, вот он хвостик, вот, а это чтобы, ну, тоже здесь в принципе то вот, и присоединяете вот эту вот детальку и довязываете до конца. Далее вверх вы вяжете вот эту вот часть, воротничок вверх на нужную вам высоту, вот сколько вам нужно. У меня здесь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 22 ряда, кажется. Вот, а вот здесь вот у вас будет вот это вот все болтаться, это все пришьется потом. То есть сейчас вот это вот как бы целую вот эту часть мы довязываем до конца. Вот я провязала. Кстати, здесь уже все зависит от вашей молнии. Я уже здесь вязала, мерила по молнии. Вот, видите? Вот так вот я ее планирую пришить. И сейчас я все петельки закрываю. Здесь, да, будет уголочек обработан. Я закрываю все петли по узору сейчас. Сейчас скажу, сколько рядов провязала и сколько сантиметров. Раз, три, четыре, 5 6 7 8 9 10 22 ряда, а в сантиметрах 8 сантиметров. Но я же говорю, это уже на ваше усмотрение, вот эта вот часть зависит от молнии, ну и от ваших предпочтений. Значит, провязываю первую, снимаю вторую, провязываю по узору и одеваю на петлю изнаночную. Здесь уже ничего не перекручиваю, то есть петли провязываю по узору и предыдущую петлю одеваю на вторую, и так вот закрываю. Можно было бы иглой, но почему-то мне кажется, что вот этот способ как бы вязания перекрученной резинки не совсем сочетается с закрытием иглой. Не уверена, это просто сейчас, ну, в данный момент такое мое мнение. Так, закрыла я эти петли. Вот смотрите, что у меня сейчас вырисовалось. Какая у нас картина сейчас? Вот такая вот она. Вот. Посеяла. И связала я вот две планки. Смотрите, они кажутся, что они длиннее, чуть-чуть совсем, но они не длиннее. Просто это я
утюжочком прошлась, я их расплющила. Планка, значит, из 5 петель. И длина, я посчитала, здесь у меня 72 ряда, вот вся вот эта вот как бы часть, ну, связана целиком, вот 72 ряда я и связала эту планку. И чуть разутюжила, поэтому она кажется сейчас чуть больше. Но это не так на самом деле. И теперь мы для начала пришьем вот эту вот планку, вот на молнию, с изнаночной стороны. Значит, я беру иглу, чтобы пришивать я буду не пухом норки, а вот этой суперланой тик, чтобы избежать вот этого запутывания ворса, волосков. Поэтому, значит, что я делаю первым делом? Я пришиваю с изнаночной стороны. Значит, наверх я даю вот эту вот часть, где набор петель у меня. Значит, вот так вот меряю, распределяю, этот кончик может уехать туда, здесь ориентируемся вот на вот эту вот сторону, отгибаю кончик, прикладываю, вот так вот, зубцы у нас, вот эта крайняя линия должна выходить как бы за вот эту планку. И первым делом фиксирую этот как бы уголочек. Так, не сделала узел. С этой, с внутренней стороны фиксирую уголок. Оно у нас перекроется потом горловинкой. И вот этого вот шва у нас не будет видно. Он у нас не будет виден вообще. Поэтому вот этот уголок фиксируем хорошо, потому что от этого зависит как бы вот само движение всей молнии. Это такая часть довольно-таки задействована, да. Вот эту нить потом мы тоже вовнутрь проденем. Так. Теперь я перехожу на изнанку, и вот прикладывая эту планку, смотрите, не совсем к зубьям, а вот так вот прям близко очень, я пришиваю эту планочку. Можно наметать, можно булавками сколоть, я вот таким вот образом пришиваю ее ровненько. Смотрите, чтобы ничего у нас не собиралась как бы и не никаких рюшей, нам ничего не нужно, нам нужно максимально вот гладко, аккуратно, и без никаких нюансов, все чтобы максимально ровно было. И вот пришиваю я по всей длине вот эту вот планку. Сильно к зубьям тоже не надо, потому что, чтобы потом все это не влезло под собачку. Так, с этой стороны это все мы перекроем, это у нас закроется, поэтому вот и не боимся этого шва, он у нас спрячется. Так. Смотрите, я уже пришила одну, и снизу уже приклеила вторую, ну, как бы прилепила вторую и дошиваю вторую. Вот такое вот у меня расстояние, где-то на пол сантиметра между этими планочками. Так, здесь перехожу на эту сторону, вот, и подгибаю, точно так же равняю, чтобы все было ровненько, красивенько, одинаково.
теперь вот хорошо подшиваю вот этот вот уголочек, опять же, точно так же, как и здесь. Так, здесь, не отрывая нити, мы сейчас будем пришивать нашу главную планку. Так, вот этот хвост, он пусть пока себе и будет. Я беру левую полочку. Смотрите, прикладываю, перекрываю вот этот вот шов. Да, вот хорошенько прикладываю, красиво. Здесь ровненько. И для начала фиксирую вот здесь вот. Хорошо. Здесь вот, смотрите, иглу ввожу, вот первая лицевая петля, и между лицевой, это и кромочная. И здесь должно попасть как бы не в молнию, а именно в эту планку игла. Да, все-таки я не прогадала, не изнаночную, вот лицевую хорошо получается, лицевую. Здесь вот, чтобы все было в планку. Здесь, чтобы следить, чтобы шовчик перекрыт был. Ну, а здесь, чтобы на молнию вылезла, а было на вот этой вот планочке. И потихонечку, не спешите. Вот здесь вот очень важно не спешить, чтобы все получилось максимально аккуратно. Все, я пришиваю обе стороны, эту и эту. Так, смотрите, вот я пришила одну сторону, еще не разутюживала, надо, конечно, утюжком подправить. Это нормальное явление. С этой стороны вот так вот. Теперь что я буду делать? Теперь я перехожу на изнанку, доделаю вот эту вот сторону. Господи. Так, вот эти вот ниточки. Все я продеваю туда. Туда. Ничего не обрезаю, просто продеваю здесь. Подшиваю с изнанки аккуратненькими такими любенькими стежочками, подшиваю. Уж смотрите, чтобы оно легло естественно, да, и подшиваю сюда до конца. Так, кстати, дошила я доверху и соединила, вот видите, планочку и воротничок таким вот образом. Теперь вторую сторону точно так же. Вот начинаю я сверху. Вниз пришиваю точно так же. Боже, я опять уехала куда-то. В общем, все точно так же. Пришиваю теперь вот эту вот сторону. Единственное, что хотела вам сказать, что легче вот так вот расстегнуть молнию и вот так держать, и вам все видно. Здесь вы никуда не уедете, и здесь вы никуда не уедете. Вот так вот шить намного удобнее, когда расстегнута молния, и вы так вот видите одновременно обе стороны, и знаете, куда вам нужно вткнуть иголочку.
все, я пришиваю точно так же. Это низ подшиваю тоже. Так, вот пришила я вторую. Сейчас хочу показать, как я вверху это все дело делала, потому что она то и не показала. Просто вот так за внутреннюю часть прихватила. И вывела туда вовнутрь ниточку. Так, итак, вот что у нас получается на данном этапе. Вот, вот что. У нас пришита молния уже. Еще утюжочек подправить. Следите, конечно, за вот этими вот частями, чтобы все было ровненько, одинаково. Так, что теперь? Теперь нам нужно пришить вот эту вот часть, вот внутренности пришить. Видите? Вот таким вот образом. Каким образом? Отворачиваем наизнанку, кладем эту деталь. И вот мы заходим, девчонки, вернее, не заходим мы, отступаем. Вот первая петля, да, которая переходит в кромочную, и здесь кромочная, и мы их совмещаем, то есть обе кромочные у нас ушли. То есть если мы отвернем и пришьем за кромочную, она у нас уйдет в изнанку. То есть еще раз смотрите, первая петля, начинаем шить вот ее, захватываю. Вернее так, первая петля, вот смотрите, параллельно, первая петля, вот оно начало, здесь кромочную мы уводим за нее, за вот это вот начало, и отсюда начинаем. Сейчас еще вам покажу, сделаю здесь закрепку, такую крепенькую. Так, вот смотрите, вот эта первая петля, вернее последняя, которая ушла в кромочную, вот она, и здесь у меня кромочная осталась свободна. Теперь я здесь совмещаю то же самое, последняя петля, которая ушла в кромочную, я заканчиваю здесь, вот так вот, вот, то есть вот так вот мне это все нужно сюда пришить, при этом оставив, видите, свободными кромочные. Что я сейчас и делаю, можете наметать, можете сколоть, как кому удобно. Я проверю, смотрите, все хорошо садится у нас здесь, ложится, вот, все прекрасно. Проверяйте, лучше проверить, девчонки, чем потом распарывать. Так, вот, вот, вот она та точка, с которой я начинаю, вернее, там, где я должна закончить. Так, все здесь делают закрепку хорошенькую. Так, обрезаю нитку, потому что у меня заканчивается. Я буду продевать следующую. Ее тоже обрезаю. Так, проверяю. То есть вот эта вот часть, она у нас уйдет наизнанку. Да, кромочная, эту, которую мы оставили, вот так вот это все выглядит на данном этапе. Теперь я беру нить. Теперь я буду брать ее в два сложения. Здесь мы вязали так, что у нас одинаковое количество кромочных и в воротнике.
и в основной детали. Поэтому здесь мы используем вот этот вот шов. По кромочным идем. То есть подхватываем вот эту перемычку между кромочными и сшиваем. Смотрите, уголочек у нас здесь нарисовался красивый. Таким образом мы проходим прям вверх. И таким образом мы пришиваем и вторую сторону. Так, вот дошила я до конца, уже и дошила, уже и постирала. Вот так вот, как бы у нас одинаковое количество высоту, поэтому у нас четко все должно сойтись. То есть все те ряды, которые я вязала и озвучивала, здесь в основной детали и здесь в этом. Так, что по поводу ростка? Росток у нас будет формироваться именно вот за счет вот этого вот перекоса. То есть плечо у нас будет уходить вперед. Вот таким вот образом как бы мы... И так нам сложная задача, поэтому это я упростила. Что касается ВТУ, что я делала? Я стирала в машинке с... Стирка, быстрая стирка плюс сушка. И вот так вот оно все прекрасно распушилось. Вот такое вот красивенькое, девчонки. Ну, вот такой вот, девчоночки. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такая вот манишка у нас сегодня. Главная задача была молния. Я вам ее показала. Еще показываю на манекене. Так, вот так вот это выглядит в расстегнутом виде. Смотрите, тоже очень красиво, девчонки. Так что его можно разложить. Все обработано, все очень аккуратненько. Смотрите, все очень красивенько. Все, на сегодня я с вами прощаюсь. Я думаю, я ваши хотелки удовлетворила. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока.